32-летний Павел Прилучный непорядочно вел себя в браке с 31-летней Агатой Муцениеца. За спиной у жены он весело проводил время с двумя актрисами, 31-летней Юлией Франц и 34-летней Мирославой Карпович. Личная жизнь исполнителя главной роли в сериале «Мажор» обрастает новыми подробностями. Мирославу Карпович называли причиной расставания Павла и его супруги Агаты. Однако, как оказалось, она была не единственной дамой сердца Прилучного, находящегося в законном браке. Знакомая звездной семьи рассказала, что у брюнета в течение года было сразу две любовницы. С Мирославой он познакомился во время репетиции спектакля «Косметика врага», в котором у обоих главные роли. После этого актер стал злоупотреблять алкоголем, у него начались конфликты с женой. Его все чаще стали замечать с бокалом, что не могло не расстраивать Агату, рассказала соседка Павла по загородному поселку. Позже актер начал сниматься в фильме «Тень звезды», в котором его партнершей была звезда Гоголя Юлия Франц. В картине у артистов был роман с постельной сценой. Экранные отношения переросли в реальную жизнь. Павел начал параллельно встречаться с двумя звездными красотками. Однако так длилось недолго. Франц узнала, что помимо жены у бойфренда была еще одна возлюбленная, и разорвала эти отношения. Домработница звездной семьи рассказала соседке, что Агата узнала о неверности мужа с Юлией. Чтобы загладить вину, любвеобильный актер подарил жене иномарку Range Rover. «Теперь на этом автомобиле по нашему поселку ездит почему-то Мирослава Карпович», — высказала недоумение соседка в разговоре с КП. Павел и Агата были вместе 9 лет. За это время у них родились двое детей. Тимофею сейчас 7 лет, а Мии 4 года. Развод супругов состоялся в середине июня. После этого Прилучный и Карпович уже успели отдохнуть в Крыму с детьми артиста. Сам Павел на вопросы о личной жизни отвечает довольно резко.